you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом серии хочу посвятить вам группу проекта Atom Roleplay. Проект скоро откроется 2 декабря. Я буду стримить на открытии, поэтому подписывайтесь обязательно на группу и ждите открытия. Я делал подобный обзор, можете найти на канале. Здесь вы можете посмотреть подробные новости, что будет, как будет и так далее. Поэтому ссылочку я оставлю в описании, обязательно подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам покажу, как установить зимний мод. Всех с первым днем зимы, чуваки, да. Уже многие ютуберы сняли про то, что как установить зимний мод. Как бы, ну, я решил снять это правильно, то есть в первый день зимы. У нас на самом деле снега нет, у нас идет дождь, к сожалению, поэтому я не могу насладиться всей атмосферой снега. Сегодня покажу, как установить данный мод, в принципе. Где-то бета-версия 2 есть, по-моему, бета-версия 1. Но я что-то ее найти не могу. Либо ее убрали, либо хрен знает. Поэтому зимние сборки я не смог сделать, потому что, ну, чуваки, на GTA Criminal России нету зимних модов нормальных. Вообще нету, пацаны. Поэтому я не смог найти. Я пытался сделать, но, к сожалению, очень мало всего для GTA Criminal России. Для сампа вообще до хренища просто зимы, ну, модов на зиму и так далее, скины там и все остальное. А на криминалочку нашу любимую, к сожалению, ничего нету. Итак, давайте я вам покажу. Ссылочка будет в описании, если что, под видео. В принципе, на данный сайт, где можно скачать мод. Поэтому скачивайте, устанавливайте, потому что, ну, первый день зимы все-таки. Нажимайте вот здесь скачать. Вот, скачивайте, нажимайте. Сейчас оно у меня прогрузится, у меня просто интернет хороший. В кавычках. И ждете, пока оно прогрузится 40 секунд. Так, вот нам выдает ссылку. Вот, нажимаем, нажмите сюда для скачивания. Нажимаем. В принципе. И вот у нас загрузка пошла. Можете увидеть. И ждем, пока оно загрузится. Так, вот у меня оно скачалось. Заходим в папку сюда, открываем его. И вот открываем вот этот файл. При этом, кстати, когда вы будете устанавливать игру, то у вас должна быть игра закрыта. Должна быть игра закрыта, потому что так оно не становится. Вот я тоже закрою сейчас игру. Вот, закрываем игру и закрываем мультиплеер. Теперь вам нужно выбрать папку с игрой, в принципе. Вот, у меня это диск C. Вот эта папочка, и вот. И нажимаем ОК. Выбираем именно папку с игрой, вот, GTA Criminal Россия. И нажимаем ОК. И нажимаем установить. И оно устанавливается. Но у меня сейчас зимний мод стоит из-за того, что у меня стоит модпак Родина РП. Но видите, я вот ставлю другой зимний мод, в принципе. Но если вы хотите именно другую зиму, как у меня сейчас, вы видели на видосах, то можете установить просто модпак Родина РП, и у вас на всех серверах будет зима. И все. Вот, все успешно установлено. И нажимаем закрыть. И все, у вас установилось, в принципе. Кстати, не забывайте про конкурс, в принципе, в группе участвуйте. Конкурс на 1 миллион на серии Amazon Roleplay. Поэтому обязательно участвуйте, в принципе. Я думаю, вам это лишним не будет. Ссылочку на конкурс я оставлю в описании. И ссылочку на мод я тоже оставлю в описании. Установите себе зиму, чтобы было атмосфернее, в принципе. Поздравляю вас с первым днем зимы. Может, кто-то любит зиму, может, кто-то нет. Ну, я нейтрально отношусь как бы к этому. Конечно, лето это всегда заебись. Там пляж, девочки, все дела, но к сожалению, сегодня первый день зимы. На этом у меня все. Всем пока-пока.